зовут Юрий Новгородский. Добро пожаловать в сообщество «Первый лад», место, где мы помогаем вам стать музыкантом, которого хочется слушать. Я играю и пою в нескольких московских группах, в основном блюз-роковой направленности. Они называются Backstage Band, Freeride и Lumor Brothers. Если интересно, ссылки можно найти внизу. Сегодня мы с вами разберем соло в стиле Эрика Клэптона. На примере аутро из песни Bad Love, которую он исполнял и написал, по-моему, исполнял в конце 80-х. Эрик Клэптон, несмотря на всю бурную полемику, это один из величайших мастеров блюз-роковой гитары. И знакомство с его стилем, естественно, поможет вам лучше овладеть принципами блюзового солирования на электрогитаре, потому что Клэптон – это феноменальное владение бендами, подтяжками, это очень интересная ритмика своя, которая моментально узнается. Это всегда яркая, всегда очень эмоциональная игра, и ни один современный блюзовый гитарист, даже самых уже новых молодых поколений, мимо него не прошел. Подписывайтесь на канал. Если вы хотите посмотреть урок со мной по ритм-гитаре в рок-музыке, которого нет на YouTube, добро пожаловать. Переходите по ссылке в описании. И пишите комментарии, насколько вам это интересно, что еще вы бы хотели, может быть, чтобы я разобрал. Давайте перейдем к разбору соло. Для начала пару слов о звуке. Меня в очередной раз выручает усилитель Yamaha THR-10, любезно предоставленный фирмой Yamaha. А в качестве инструмента мы сегодня тоже используем очень серьезную гитару. Это Fender Time Machine Custom Shop 57 Reissue, то есть переиздание Stratocaster 57 года. Не просто переиздание, а состаренное, кастом-шоповое. Очень хороший инструмент. И, как многие из вас знают, Эрик Клэптон свою модель именную, в принципе, основывал именно на стратах 50-х годов, 54-го, 57-го годов. Поэтому нам, считайте, удалось довольно близко подобраться к клэптоновскому, так сказать, фирменному звуку. Единственное, что у него более современная электроника, здесь электроника вполне себе старорежимная. Дословного разбора соло я бы хотел избежать, просто потому что сам его симпровизировал и предлагаю вам следовать тому же принципу. Усвоив основные признаки игры вашего любимого артиста, не копировать его соло нота в ноту, а придумывать свои соло с использованием этих вот как раз понравившихся вам фишек. Таким образом, вы, во-первых, будете чувствовать себя свободнее, во-вторых, будете провоцировать себя больше импровизировать, проявлять фантазию, и, в-третьих, избавитесь от просто скучного и безрадостного копирования своих кумиров. Соло играется в тональности ре. Я практически не выхожу за пределы обычной ре-пентатоники. В случае с Клэптоном внимание обращать стоит не на какие-то описательные категории, типа там пентатоника такая, пентатоника сякая, а на то, как он располагает свои вот эти яркие приемы, яркие штрихи во времени, да, следите за ритмикой всегда его игры, и за интенсивностью, что ли. Соло начинается с довольно-таки простой фразы, которая, тем не менее, создает сразу очень мощное нервное такое напряжение. Это просто нота ре, которую я играю подтяжкой от до на второй струне к ре на первой. Довольно распространенный прием. Клэптон как бы часто его использует с оттяжкой этой самой подтягиваемой ноты, да, именно во времени. Немножко играете ее назад, и это такое вот напряжение и позволяет создать. Один из элементов важнейших клэптоновской игры – это вот эти вот маленькие форшлаги, которые он почти все время использует. Вы почти в каждом его соло услышите эту фигуру. Как это сделать? Вы играете, опять же, все играется на первой и второй струнах, в той же позиции, вы никуда не уходите. После того, как вы подтянули вторую струну в первой, вы играете вот это вот. В
Вы играете эти две ноты на первой струне ре и фа. Сначала с медиаторной атакой в обеих нотах, а потом легатно. То есть здесь третий палец играет хаммером пулов, да, так называемый. И, конечно, не забываем про вибрато. Блюзовая игра без вибрато, в принципе, невозможна. Здесь я слегка покачиваю струну. Это не слишком интенсивная Биби Кинговская вибрато, а такое среднее. Если вы нотку немножко все время раскачиваете, это добавляет ей вокальности, такой выразительности, опять же. Следующая фраза, которую, опять же, можно часто встретить в игре Эрика Клэптона, я ее сначала сыграю медленно, потом разберу. Это такой же форшлаг, только уже на второй струне. Да, то есть вы берете ноту до на второй струне сначала мидиатором, а потом от ноты ля к моте до берете хаммером пулов. Здесь еще один элемент довольно интересный. Это быстрая, довольно такая энергичная подтяжка на третьей струне. Да, здесь все без легато, все играете правой рукой, проигрываете. И очень частый у Клэптона прием, когда он берет малое барре третьим пальцем. Да, вместо того, чтобы сыграть это двумя разными пальцами, он просто кладет малое барре всего на две струны, на те, которые вы играете, то есть четвертая и третья. Еще раз повторю медленно фигуру. И еще маленькая хитрость. Когда вы кладете это барре, вы не позволяете нотам слиться. Старайтесь, чтобы они звучали отдельно. Для этого надо отжимать палец, как только прозвучала нота. Еще один характерный прием клэптоновской игры – это такие летящие подтяжки в сочетании с затыканием, со снятием, с прерывистыми нотами. Это же можно услышать, кстати, у Карлоса Сантаны тоже. То есть что-то вроде… Для начала вы берете мощную и такую довольно широкую, да, подтяжку на первой струне от 15-го лада. С медленным релизом, да, то, что называется. То есть отпускаете ее медленно. Берете резко, а отпускаете медленно. А потом вы к этой же первой струне на 15-м ладу играете короткий, тоже такой форшлаг. И снимаете тут же. Чтобы снять, да, используйте, во-первых, отожмите палец на левой руке, во-вторых, просто положите большой палец, я большой палец кладу, правой руки на струны, чтобы она прекратила звучать. И получается такое сочетание, с одной стороны, парящей ноты, а с другой стороны, такие как бы нервные, эмоциональные вот эти вот затыкания. И в конце, то есть мы играем первая струна 13-й лад фа, и два раза вторая струна 15-й лад ре. И здесь можно вибрато пошире сделать, оно не помешает, оно добавит как бы эпичности, что ли, происходящего. Еще один хороший такой клэптонизм в гитаре – это такая довольно простая, но очень эффектная вертушка, которая играется всего на двух струнах. Она создает ощущение большого количества нот. На самом деле играть ее очень просто. Это вот такая фигура, сыгранная просто очень быстро. То есть вы берете ноту до на третьей струне. Это получается, блин, я уже здесь не соображаю, 17-й лад. Ноту ре на второй струне, 15-й лад. И ноту фа, которая у вас идет пулофом на второй же струне, это 18-й лад. Фигура. Я играю первые две ноты.
первые две ноты сверху вниз, и третью ноту снизу вверх, а четвертую ноту легато. Да, то есть плов, хаммером плов. Убедитесь, что у вас они все звучат плотно и одинаково по громкости, уверенно. И потихоньку, чтобы не напрягать руки, понемножку, у кого-то это займет больше времени, у кого-то меньше, просто разгоняйте ее. Она... И у вас получится такой вот вполне себе пулеметный, вполне себе такая пулеметная вертушка, эффектная и при этом очень простая, эргономичная. После нее, опять же, Клэптон часто играет такую гиперэмоциональную, опять-таки, подтяжку на, не знаю даже сколько, точно больше, чем на тон, обычно полтора, может быть, даже если дотянете, то два. Это уже каждый на свой страх и риск, то есть вы сыграли эту вертушку. То есть я здесь до ноты, от ноты фа до ноты ля дотягиваю, я не знаю, сколько это, посчитайте сами. Кто сколько может, на самом деле, даже если она будет немножко атональная, но просто больше, чем, там, грубо говоря, больше, чем полтора тона, это будет уже здорово. Это такая, как бы, немножко такая, что ли, эмоциональная кульминация получается этого соло. То есть еще раз повторю. Еще одна характерная довольно клэптоновская фишка, это, ну, она общая и у него, пожалуй, там с Джимми Пейджем, и еще со многими гитаристами вот английской этой блюз-роковой волны 60-х годов, это такая характерная подтяжка пятой ступени гаммы, ре, в данном случае ре, гаммы ре, на полтора тона. Вы, кто интересуется блюзовой гитарой, вы все это точно слышали. Это звучит так. Да, Джимми Пейдж часто использовал этот клапан, тоже использует, он не играет потом хроматизм, а играет что-нибудь такое. То есть вы берете ноту ля, в данном случае пятая, да, ступень в ре, блюзовой регамме, и подтягиваете ее на полтора тона. Это довольно кому-то из вас может показаться сложным. Но если вы потренируетесь, помогайте себе пальцами, да, перед тем пальцем, который играет ноту, то есть у вас второй и первый пальцы тоже разделяют это бремя, и все вместе вы подтягиваете. То есть вы должны дотянуть ноту ля до ноты до. Да, такая полтора тона, довольно ответственная подтяжка, но звучит очень эффектно. Потом играете, вернувшись обратно на туля, играете такую фразу. То есть на первой струне это получается 17-15, на второй струне 18-15, на третьей струне 17 лады. И возвращаетесь на 15-й лад второй струны. И вибрато. Итак, несколько фишек в стиле Эрика Клэптона. Занимайтесь гитарой. И да пребудет с вами slow hand. Если вы досмотрели до этого места в видеоуроке, напишите, пожалуйста, слово «рычаг вибрато». Надеюсь, вам было интересно. Продолжайте интересоваться и заниматься гитарой. До новых встреч!